Как движки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И как вы понимаете, сегодня мы с вами опять будем продолжать делать операции. На спину, на сердце, на мозги, на плечо, на пятку, на жопу, на ключицу, на копчик, на мизинчик, на пупочек, на зуб, на нос, на ухо, на лоб, на прыщик, на грыжу, на аппендицит. И, наверное, мне нужно прекратить перечислять, на что еще можно сделать операции человеку, потому что я тебе скажу, что эта серия выходит только благодаря тебе. Я зашел на предыдущую серию, просто офигел. Сколько в этом, ребята, наставили лайкусиков, и за это я хочу вам всем, и в том числе и тебе, сказать огромное спасибо за то, что ты у меня такой молодец. А если хочешь еще одну новую серию операций, поставь огромнейший палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, и я обещаю то, что если мы тут сможем набрать 25 тысяч лайков, сразу же выйдет продолжение. А сейчас, пожалуйста, дайте я закрою свой рот, и мы наконец-то приступим к операции, потому что хватит уже тараторить, а? Опа! Я хочу сказать спасибо нескольким человекам, чьи комментарии я заметил под своим предыдущим роликом, что они сказали, что был Эдисон, ты что, дурачок? Тут даже можно поставить русский язык. Зачем мне играть на английском, если я могу на русском поиграть? С возвращением, доктор. Это я, медсестра Лара. Там мне все равно, хоть Антон бы ты была. Без разницы. Дайте мне, пожалуйста, подопытного... Ну, не подопытного, а пациента. Нашим пациентом сегодня будет Егор. Егорушка. Он родился слабым сердцем, из-за чего он устает гораздо быстрее своих сверстников. Если ему не делать операцию, он может внезапно умереть. Егор, держись, братан. Сейчас мы все исправим. Не переживай, я доктор от бога. 3 месяца операции делаю. Все будет хорошо. Егор, я понял, не переживай. Сегодня ты будешь жить. Возьмите стетоскоп. Я знаю, что такое стетоскоп. Стетоскоп это вот это, да. Я знаю, я учился в мединституте. Все нормально. Так, куда? Операционную. Ну, 100% у него не нога болит, 100% у него не рука болит, поэтому... Егорушка! Все с тобой сейчас будет хорошо, я тебе просто обещаю. Сначала надо стерилизовать грудную область. Возьмите пинцет. Берем пинцет, все зашибись. Берем тампон, конечно же, ватный тампон. И макаем йодный раствор. Я это уже давно проходил, я такие операции уже 158,9 раз делал. Все нормально. Теперь проведем линию по груди Егора. Ребят. Стоп шарманку. Стоп музыку. Стоп. Все. Я обращаюсь к тебе. Что я смеюсь? Я под предыдущей серии, кстати, быстренько я тебе скажу, то что вот тут надо мной есть ссылочка, подсказка выскочила на предыдущую серию, ты можешь нажать и посмотреть. Я очень сильно смеялся на 2 минуты, честно, мне было вас и жалко, я смеялся. Многие в комментариях писали, мол, Эдисон, я только что побежал за едой, я начал кушать. А тут ты показываешь такие страсти, где ты разрезаешь человека напополам. Ребят... Сегодня будет у нас очень жестоко, поэтому кто кушает, да кушайте. А кого не тошнит, значит продолжаем нашу операцию. Я, если что, предупредил. Берем маркер. Так, хорошо. Зашибись. У меня есть 5 минут, чтобы спасти его. Делаем разрез, скальпель. Идеальный разрез, спасибо. Берем электрод, нужно восстановить ему что? Ага, то есть какое-то у него кровотечение. Все нормально, не переживайте, доктор, пациент, он выживет, все будет зашибись. Нам нужен зажим, чтобы оттянуть кожу. Берем зажим, хорошо, используем зажим. Господи, мать твою, женщина, мамочка, мама! И зачем я на доктора пошел учиться? Ядрёна мать, это что такое? Я не ожидал то, что так просто кожу растянуть, а там сердце. Берем другой зажим, чтобы расширить место разреза. Еще раз, куда еще расширить? Вы с ума сошли? Я тебе сразу сказал то, что кто-то даже, наверное, блеванет от этого, но не переживай. Я пока держусь. Водичку, у меня водички нет, надо себе налить сейчас будет. Грудная клетка закрывает доступ к сердцу Егора. Егор, не переживай, Егор, сейчас все будет. Костные кусачки. Господи мой. Мы ему просто все ребра ломаем. Охренеть. Берем пинцет и пинцетом удаляем, да? Ага, куда? Ага. Прекрасно. Так, все, зашибись. Зашибись. Мне нравится, мне очень нравится моя работа. Я не жалуюсь. Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Теперь надо сдвинуть нервы с помощью нити. Нить, зашибись. Потяните нерв. Ни хрена себе, такие нервы. Я ж на себе это чувствую. Почему меня тошнит, ребята? Почему меня тошнит, когда я делаю операцию в игре? Берем нить и убираем...
все нормально. Теперь мы подключим Егора к сердечному насосу на время трансплантации. Подключите трубки в алфавитном порядке, соблюдая цветовую маркировку, начните с трубки А. Берем красную, подключаем сюда. Берем синюю сюда, зеленую сюда. Ну я хреново тут что-то бы напутал, если бы я дальтоником был. А так все нормально, изи. Возьмите трубку и подведите ее. Куда? Куда ее подведу? Что нужно делать? У меня 2 минуты осталось, я как-то слишком это затянул. Теперь мы вынем сердце Егора. Нам понадобятся остроконечные ножницы. Нам бы ничего бы, нам бухло бы тут водяра какая-то понадобилась, чтобы я этого кошмара больше не видел. Ух, я же запинаться начал. Конечно, не каждый день сердце видишь. Перережьте вену. Без проблем. Подсоединить к трубке. Да хорошо. Мне кажется, Егор, тебе же жопа, потому что я что-то как-то затянул. У меня слишком большой шок. Ядрёна матушка. Так, ножницы. Режем это все. Зеленую, давайте, да. Ну, это серьезно, доктор, это не та трубка. В смысле, мать твою, это не та трубка. Какая? Какая? Вот зеленая трубка, вот зеленая. Вот. Чё-то тут вы на меня, вот это самое. Женщина, я доктор. Кто умеет лечить? Я. Чё ты на меня тут выкалываешься? Говорит, не та трубка. Я всю жизнь лечу, 3 месяца. Вот, зашибись. Господи, мать моя, женщина. Хорошо, теперь поместим новое сердце в грудную клетку. Давайте поместим грудное. Идеально встало. Я согласен, встает всегда идеально. Нам нужна хирургическая нить. Господи, вот она. Зашиваем. Отлично. 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 Все зашили, все перешили. Давай. Опа. Нить все обратно. Давай кости опять вставляем. Используй пинцет, чтобы вернуть кости на место. Да без проблем, женщина, все нормально. Возвращаем кость на место и сюда возвращаем. И ой, зашибись. Кости прям все на место стали. Вам нужны скобки, чтобы скрепить ими кости. Где скобки? Где? А, возьмите костный степлер. Вот. Ага. Да, зашибись, зашибись. Ребят, у меня 15 секунд осталось. 15 секунд осталось. Костный клей! Клей, мать твою, чё ты несёшь, женщина? 3 секунды! Егор, не умирай, пожалуйста, Егор! Егор! Ты успел стать мне почти родным братом, как сын, как правнук моего отца, племянника, дедушкиной линии, по маминой семье. Егор! Ничего, Егор, со всеми всякое бывает. Я скажу твоей маме, что ты был хорошим футболистом. Ай, в срагу. А вы помните, как Егор, я с ним в школе еще учился? Вот такой пацан был. Сколько мы с ним прекрасных тренировок в футбол провели. А мамка Людка, его просто отличная женщина. Как я сейчас ей скажу, даже его Егорушка умер. Егор, родной брат мой. С самого детства вместе в один тупси лет какать ходили и пиздить. Егор, а муж Егора. Нет, это я уже куда-то не в ту сторону попёр. Нету мужа Егора. Егора мужа. Налейте мне еще водички, пожалуйста, кипяченой, кипяченой. Ой! Ничего, Егорушка, хорошо, что в этой игре есть вторая жизнь. Я спасу тебя в этот раз. Все будет хорошо, Егорушка. Ничего, Егорушка, не переживай, в этот раз я намного быстрее справлюсь. Ставим тебе новое сердце. Идеально встало. Я знаю, у меня всегда идеально встает. Я тот человек, у которого всегда все идеально встает. Нам нужна хирургическая нить. Берем, зашиваем. Опа, 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 сразу, быстренько. За 4 секунды все сердце перешили. Так, нити отпускаем, зашибись. Берем пинцет, ставим кость. Куда? Вставили одну. У меня все всегда идеально, все встает. Так, что нужно? Тампон. Не нужен нам тампон. Тампон это для девушек. Костный степлер берем. 1, 2, 3, 4, господи. 4, 5. Крепим кости. Все правильно. Носите много костного клея. Где костный клей? 1, 2, 3. Все, клеим кости. Замечательно. Все правильно. Егор, в этот раз ты будешь жить. Снимите зажим. Снимаем. Хирургическая нить.
берем. Опа, 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 опа. Сразу все зашиваем, сразу полностью сиську тоже. Сосок. Это нужно сделать гипсовый корсет. Возьмите кого и ограничивать повязку. Кого нужно? Вот, корсет, держи платье. Можешь жениться, можешь замуж выходить. Идеально на тебе сидит. Поздравляю вас, доктор, с блестящей операцией. Я уверена, что пациент быстро поправится. Более того, он сможет бегать и гонять мяч без оглядки. Со второго раза справились. Хорошо, что у тебя вторая жизнь была. Егор. Господи, я идеальный врач. Если кто-то меня сейчас смотрит из какого-то мединститута, берите меня, я справлюсь, я буду лучшим хирургом на этой планете. Лучше, чем Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж — это супергерой. Он же был когда-то хирургом, значит, я буду лучшим супергероем и хирургом в одном. Жалко, водички нет. Ладно, ребята, я честно, кто кушал, я надеюсь, вам плохо не стало. Кто не кушал, также надеюсь, что вам плохо не стало. Я припас для вас еще несколько операций. Там есть операции на мозги, на титьку, на пипипунчик, на пятку. Короче, я не буду это все заново перечислять. Ты знаешь, что там есть много операций. А что нужно делать, чтобы Егор поправился? Что нужно делать, чтобы вышла новая серия операций? Влепить огромнейший палец вверх. Ребятки, поставьте, пожалуйста, лайкусик прямо сейчас на эту серию. Я обещаю, как только мы с вами наберем 25 тысяч лайков, я сразу же выпущу продолжение. И я надеюсь, что тебе нравится вот эта рубрика. Там есть еще много всяких операций, поэтому если ты хочешь продолжение, ставь лайк, подписывайся на мой канал, потому что по секрету тебе скажу, скоро у меня будет 3 миллиона подписчиков. Я надеюсь, что скоро. А скоро или нет, зависит только от тебя. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои стримы и новые видосики. Я скажу спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.